Харькове замначальника следственного управления областного полицейского главка протаранил столб. Это произошло накануне поздно вечером. Активисты, которые приехали на место ДТП, утверждают, что полицейский был пьян. Сам же полковник наотрез отказался проходить медицинский тест и до последнего скрывал свою фамилию. Все подробности узнаем от Светланы Шекеры. Спальный район Харькова, улица Петра Григоренко. На этом участке, где дорога сужается и ведет на мост, Volkswagen с полицейскими номерами на скорости врезался в столб. Прибывшие на место активисты застали водителя уже в карете скорой. Здравствуйте. Лейтенант, скажите, пожалуйста, закрываем двери, мы уже выезжаем. Вы уезжаете? Вы уезжаете, мы едем с вами. Да. Один сотрудник в любом случае едет. Активисты утверждают, от виновника аварии несло алкоголем. Запах, мы стоим на расстоянии с ним полуметра, его отчетливо запах алкоголя слышно. Не-не-не, какой бокал пива? Там как бы бутылкой бы не обошлось. В больнице водитель от медпомощи отказался, не стал проходить и медицинское свидетельствование и представился под чужой фамилией. Но водительское удостоверение виновнику аварии показать пришлось. Оказалось, это полковник Александр Ахтямов, заместитель следственного управления областного полицейского главка. Позднее полковник полиции и патрульные вернулись на место ДТП. Проходить тест на алкоголь полковник так и не стал. Вы будете проходить медосмотр? Нет. Ну а сегодня в областном главке нацполиции уверяют, их сотрудник был трезв. О першій годині ночі він здав кров від медичного обстеження стосовно свого стану здоров'я. Він дійсно відмовився, але тим не менш результати медичної експертизи стосовно стану його підтверджують, що він не був у стані алкогольного сп'яніння. И все-таки полковника на время служебного расследования от работы отстранили. К слову, это уже не первое ДТП Ахтямова. В декабре 2015-го в центре Харькова он разбил Таврию и сразу же на месте аварии ее выкупил. Ахтямов ранее тоже работал в милиции. Переаттестацию не прошел, провалил экзамены. А затем восстановился на службе через суд. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков.